Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Ну что же, продолжаем проходить Brutal Street 2. Погнали! Так, мы остановились с вами вот на этом уровне. Ух ты, у нас сундучок уже открылся. Давайте взглянем, что нам выпадет. И... Опа-на! Что-то новенькое, это парик для девочки. Ну-ка, давайте глянем, для какой... Так, ну-ка ся, я думаю, что это для вот этой, да, барышни у нас? Так оно и есть. Ну что ж, довольно неплохо, денег у нас мало, 33 доллара всего. Ладно, не беда. Ну а мы, да что такое, что тут еще? А, мы можем активировать, хорошо, пускай он пока открывается. Ну а мы пойдем с вами вот на эту миссию и будем дальше драться. Вот так-то. Ну что же, кто у нас тут будет? Ядрить тебя на корень. Ну что ж, приступаем к Мочилову. Давайте вот эти ящики подобьем все. Ага. Энергетик. Что ж, неплохо. Ёлки-палки, что вы творите, а? Ну-ка. Вот так-то оно будет, я думаю, лучше. А ну-ка, Леон, возьми-ка пушечку свою. Шикарно. Давайте бомбить этих чувачков со стволами. Хе-хе. Так, вот этого тоже надо загасить. Так, отойди оттуда. Не пались. Да что он к ней прикопался-то, а? Да отойди ты от меня. На-ка, получи. Дробовик, Леон, бери. Ха-ха-ха. Подхил. Замечательно. Так, что у нас тут? Дробовик, а здесь баксы. Оу, нет, только не вот этот вот амбал, ребята, только не амбал. Черт, он за хилкой привязался. Ну-ка. Надеюсь, прокатит. Так, и поможем. Да убейте вы вот этого, который привязался за моей хилкой, а? Вот прицепился. Не хочет отступать, а? Ты посмотри. Ну, тогда сделаем так. Да что ж ты будешь делать, а? Никак не отцепится. Ну, теперь вот этих надо убивать. Давайте дробовичок возьмем. Добьем. Вот этого будем бить. И подхил. Обязательно нужно хилиться. Так, отлично. Амбала вырубили мы. Ну и у нас тут еще, я смотрю, один дробовичок лежит. Если что, это уже на потом. Хотя вот сейчас можно его и взять, в принципе. Так, боксер, давай. Перехватывай. Силку надо убирать. Черт, опять амбал идет, а? Идет-то он за моей хилочкой. Но как бы не так. Этому не бывать. Ой-ой-ой-ой-ой, как все плачевно. Мне не нравится. Давай-давай-давай, отхиливай боксера. Так, что? Он за боксером ввязался, да? Это плохо, очень плохо. Какая жесть тут творится. Так, теперь у меня Леон в опасности. Надо всех усиливать, обязательно усиливать, ребят. Да что ж ты будешь делать-то? Ну-ну-ну-ну-ну, живи, 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 живи! Убегай оттуда, ва! Успеем, нет?
Замечательно. Вовремя мы успели все это сделать. Фух, прошли мы этот уровень бесявый. $31 получили и бронзовое кольцо. Так, давайте-ка мы с вами его оденем. Посмотрим, для кого оно подойдет. Так, здесь не то. Что оно вообще дает у нас? АП и атаку плюс 10. Угу. Я даже и не знаю. Ну давайте вот этой девочке поставим. Будет, наверное, самый смак для нее. Ну что же. Рискнем. А здесь у нас что, получается, сейчас босс будет? Ха-ха. Вот незадача. Но делать нам нечего. Придется пробовать. Погнали. Блин, побыстрее бы мне дали вот этого вот чувачка в костюме. Опа, девчонка бежит. Которую вначале похищали, помните? А, нет, ее не похитили. Хотя, возможно, похитили. Опа-на. И тут наши братки выходят. И началась заваруха. Спасти. Оу, понятно. Мы должны сделать так, чтобы ее никто не убил. Понятно, в общем. Ну давайте, давайте, пошустрее это все, справляйтесь с этими делами. Так, самурайка, давай, бомби этого. А ты вот этого. Так, ящики надо все подбить. Иди сюда, со стволами он там мне бегает. Подхил. Шикарно. Так, давай винчестер возьмем, Леон. Он тебе понадобится. И бомби из него. Хе-хе. Ну что ж, пока неплохо. Надо хилить самурайку. Пока вроде бы нормуль. Так, броник. Давайте возьмем боксеру. Так. И Леон возьмет у меня винчестер. Куда собрался? Эй! Красавчик! Притормози-ка! Сейчас, чувствую, понабегут. Уже бегут. Боксер, ты не тупи, давай, быстрее. Нормуль. Так, сюда. Вот так вот оно будет лучше. Добили. Отлично. Ой-ой-ой-ой-ой. Девчонку-то нужно хилить. Периодически, оказывается. Ну, давайте тогда так сделаем. И так. Оу, щет. Нет. Не трогать девчонку. Так. Пока все под контролем. Под непонятно, правда, каким, но тем не менее. Так, выстреливаем. А в кого тут выстреливать? Тут выстреливать не в кого. Ну-ка, беги за мечом. Чпок! Выжил, гаденыш, а? Просто резня. Звездочки какие-то выбросили. Подхил. Так, усиляемся. Надо мне девчонку-то подхилить. Ух, ну вроде бы пока все у нас идет четко. Баксы. И для боксера у нас цепь выпала. Надо поднять. Ё-моё, так и думал почему-то, что этот лопух придет. Давайте все усилия на этого. Нет, не все. Вот сюда отвернись. Готов, огурец. Так, не трогать барышню.
надо ее хилить. Иначе все плачевно закончится для нас. Так, и этого амбала тоже надо грохнуть. Стреляем. И давайте вот так еще сделаем. Фух. Так, давай, самурайка, помогай боксеру. Ух ты, второй вышел амбал. А вот это уже плохо, это совсем плохо. Вот так вот. Добиваем. Ну, грохните вы этого жирного. Так, ты будешь его убивать или нет, а? Смотри, что творит, а? Чё он тут творит? Подхил, срочно подхил. Так, массовую. И все напали, блин. Я даже не знаю, кого тут надо спасать-то. Давай, девчонку. Грохаем нафиг. Так, боксера мало жизни, ёлки-палки. Теперь у девчонки жизни маловато. Да что ты будешь делать? Ух, я даже не знаю, как быть. Боксер, бедный мой! Давай срочно хилься! Атакуем! Еще вот так вот! Фу, нафиг, вроде бы... Вроде бы как справились. Так, еще один остался здесь. Давайте его добиваем. Так, по-моему, у меня кого-то не хватает в отряде, да? Где у меня самурай-то? Куда она делась? За экран куда-то улетела. Да не может быть, мы прошли, ребята, эту миссию. Я вам скажу, жесткая она была. Уж чересчур. Таши, получили меч. И еще один кейс. Так, и какой-то мы с вами получили реворд. Ну что же, куртяжку нам дали и 5 алмазов. Ух, вот это жесть. Вот это была жесть. Так, ну что по статусу у нас? Давайте глянем. Слабенький, и этот тоже какой-то не ахти. Ну-ка, а если мы заточим? Вот так вот сделаем. 58. А так, 62. Неплохо. Так, 62. И вот так вот, если мы попробуем сделать. Что еще можно влить? Давай вот этот костюмчик. Заточка. Нормуль. И можно эволюционировать. Давайте, наверное, сделаем. Ай, я же забыл, что нет у меня этого. Угу. Материала для улучшения. Так, что? А этот костюмчик, интересно, лучше? Да, этот почему-то получше, чем... Да, вот этот мы поставим. Вот так вот. Здесь у нас ничего новенького нету, и для боксера тоже ничего хорошего, к сожалению, нету. Что тут у нас в магазине? Ничего ровным счетом. Жаль, конечно. Да у меня и денег-то, честно говоря, не особо много. Ну что, давайте тогда с вами еще разок вот сюда пройдем и попробуем пройти эту миссию. Что нас тут будет ожидать, я ума не приложу. Ох ты, смотрите, там какой-то чувак стоит. На мотоцикле, даже два. Это плохо. Новые чуваки какие-то появились. Не тут-то было, сынок. Надо его бомбить, срочно. Не сюда. Вот так вот. Ха-ха. Довольно неплохо, я вам скажу. Этих нельзя подбить пока. К сожалению. Ну-ка, возьми-ка дробовичок, устроим тут пушечное мясо. Замечательно. Так, подбили. Так, бронежилет. Бронежилет возьмем. Это кто такие? Смотри. Опа, отбегаем. Ничего себе. О, девчонка у меня. При смерти.
Так, вот это уже хуже. Что это за агенты такие, а? Мощнявые. Куда ты к моей хилке прицепился? Отвянь от нее. Вот они втроем прицепились. Да займитесь вы ими, а? Мне не справиться здесь одному. Боксер, давай, перехватывай. Ага, вроде бы справились, кажись. Не хочу сглазить. Так, ниндзя, давай вот этим занимайся, потому что он до сих пор меня преследует. Достал он. Корень. Так, возьмем вот этот меч. И подобьем вот эту шашечку. Что там, ничего не выпало? Так, отхилка, ты там что хилишь, а? Тихаря. Ну-ка. Давай. Что там за новые цели у нас? Ага, какие-то специальные спецагенты, да? С сетками, со всякой... требухой. Тихо, тихо. Вот и мотоциклисты выбежали. Вот этого только еще нам не хватало. Боксер, давай быстрее лови. Так, защиту. И вот так вот. Отлично. Где они? Оу! Вышел ламбал. Вот это плохо. Вот это уже плохо. Так, давай дробовик бери. Чпокаем. Фак. Что ж делать-то? Давай отхиливайся полностью, боксер. Но полностью почему-то не получилось. Давай тогда стрелять. И усиливаемся сразу же. Так, вроде бы пока неплохо. Да что ж такое-то? Что же у тебя так мало хп? Давай вот этого вот, который у нас тут стреляет, добьем. Да ну осталось ему немножко этому амбалу, елки-палки, что вы тупите-то? Готов. Ух! Так, давай энергетик бери, боксер, он тебе нужен. А это еще что за фраер? Что это? Кто это такой? Опа, у него вот деньги, ребят, смотрите. Давай быстрее его тормози, это, лови, перехватывай. Да куда ж ты побежал, а? Черт подери. Готов, упал. Опа-на, вот это было что-то новенькое. Так, а эти самураи, вот эти сюрикены для кого? Для самурайки, для моей, наверное. Опа, оп. Оп! Тихо, хилка! Отойди оттуда! Там полный замес, тебе там не место. Давай усиляться. Ну, где? О, а, она призвала тень, ребята! Двойника своего! Это уже хорошо! Они просто не дают никому здесь покоя. Боксер, чё стоишь-то, а? Я не понимаю. Нокаутируй, в конце концов. Леон, давай тоже там не расслабляйся. Давай стреляй, всё-таки. Надо их быстрее тут завалить всех. Ух ты, замечательно. Так, кто тут опять выпрыгивает? О, вот эти спецагенты. Черт подери, ну-ка получи. И надо с хилкой. Да еще и амбал вышел, а. Вообще жестяк полнейший идет, ребят. Давай, боксер. Улучшаемся. Вот этот агент тоже жесткий, если честно. Так, боксер идет тоже на перехват. У меня никаких скиллов нет, к сожалению. Хотя вру, вот он еще есть. Давай его резать, рубить. Во что бы то ни стало. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, хилка, убегай. Да что ты...
Что ты стоишь там, тупишь? Я не понимаю этого. Прицепились они к ней. Вот это плохо, ребята. Это очень плохо. Да убегай ты давай, не... Стой там. Забьет, нет? Ну-ка. Отлично, забили. Теперь этого надо боксера мне отхилить. Как это не странно выглядит. Жестяк. Так, ну-ка, давай долбить этих хилок. Нечего им там находиться и делать. Ну-ка, давай суперударом. Они друг друга отхиливают, причем довольно неплохо. Ну, разбирайте. Есть, ребята, мы прошли этот уровень. Жесть какая-то. Только, как говорится, успевай. Но $76 получили и один кристалл. Отлично. Плюс парик. Ой, фу. Ну что ж, ребята, на этом я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. И мы увидимся с вами в следующей серии. А на этом все. Всем пока и до скорых встреч. We'll be right back.